Ну вот этот пес самый лучший, мне кажется, который сосет. Когда сильно хочешь есть. Это я у холодильника вечером. Я придумал, эти же какашки можно продавать. Что за бизнес, су? Надувная собака. А что они будут с этой собакой делать? Дриста еще наблюдает за этим. Ты что делаешь, пёпс? Когда съел кислый лимон. Пёпса булят, помогите. Вот это Майнкрафт, конечно. Снова я приглядываю за пёпсами. И ох уж ваше дикое желание стать собакой. Конечно, все в какашках, а как иначе? Так, а Бобус все еще в тюрьме строгого режима говна. Смотрит телевизор. Я предлагаю высунуть его оттуда. Все, ты отсидел? Все-таки 2 недели не было видео с пёпсами. А если вы хотите, чтобы чаще выходили видосы с пёпсами, поддержите, пожалуйста, лайком. Я буду очень сильно благодарен. Наберете 2000 лайков, и я пойду снимать новых пёпсов. Пук-курундук. Кто это? Это собака? О, яйцо! Да, у нас начнется движуха собачья. Тотальное размножение. Что это было? Видите, как по-доброму видео начинается? Настя вам улыбается. Настюха, рада видеть вас. Наконец-то их покормят. Пора в бабочку сусику с пж. Асина-на-на-на. Да что вы за имена придумали вообще? Почему они все неадекватные? Бог командик. Дик. Как вы вообще додумались до этого? А это кто? Пук-курундук. Ладно, я пошел размножаться. Годзиллу хочу. И здесь Настя. Ну, естественно. Ну, а как? Так, большие пёпсы, большие что? Большие крестики сзади. А я вам напоминаю, чтобы стать собакой, у вас есть 3 пути. Ути-пути, 3 пути. Первый, самый простой, написать комментарий под видео. Чё у них за тусовка здесь? Я хочу стать собакой и кличку, которую вы хотите. Второй, не особо сложный способ. Вот вам QR-код. Телеграм-канал, я туда пишу пост. Кто хочет стать собакой, и вы пишите клич. Туда, которые вы хотите. И третий, поддержать меня на Бусти. И как раз человек с Бусти сейчас и будет, потому что там человечек поддержал. Берите подписочку, и в следующем видосе вы станете точно собакой. 101%. Я хочу на 100, я хочу большую, огромного пёписа. Но с размером спичечный коробок. Это как вообще? Вот, 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 спичечный коробок. Да, спасибо тебе за яйца. Сейчас дорогие, блин. Микроволновочка. Готовим пёпса. У нас тут все голодные, холодные, бедненькие, несчастненькие. Кто вас не кормил? Держи, Абобус, ты любишь говно. Лучшая вкусняшка для тебя. Поел говна. Вылетаем. Ассасина, на! Ой, пылесосу досталось. Он взял весь урон на себя, пылесосис. Рождение нового пёпса! Ну, он трехлапый, но зато миленький. Крылатый и коробочный. Мою собаку зовут. Как я уже вам говорил, подписчик Бусти поддержал меня, и я назову в честь него этого пёпса. Бургер. Ну так-то вкусно выглядит. Все, бургер, теперь ты пёпес. Ну вот этот пес самый лучший, мне кажется, который сосет. Так, давайте, вы будете кушать. Бананы, наверное, вам надо. На. Настя любит бананы. Пук, курундук вылазит. Джагис, чикис. На! О, какой хвост! Я такого не видел никогда. Он как будто язык бабушки. Письмо лежит. Извините. Мне нужны ваши яйца. Не подумайте плохо, Настя. Тебя тоже касается. Комментарии, кстати, просили сделать тюрьму для говна. У нас есть тюрьма для тех, кто любит говно. И сделаем тюрьму. Просто говна. О. Что это тут? А кто это строил? С прошлых раз со строительством, я думаю, вы уже поняли. Короче, вот это маленький загон, это загон с какашками. Ламбуба! Сколько говна собаки соберут за 1 серию? Все какашки сюда носите, пожалуйста. Вот это катапульта, Бобус. Катится. Сюда. А это бесконечный. А Бобус, летим. Я надеюсь, он не наблюет на ковер. Сколько лет должно пройти, чтобы это закончилось? Я не знаю. Почти засейвился. Помогите, Абобусы. Напишите в комментариях. Don't fly, please. Не летай. О, видите, вы помогли. Он даже насрал по дороге. Так, ну у нас пополнение здесь уже. Чем будем заниматься, пеписы? Надо новый движ какой-то. Ну, конечно, новый движ это полеты. Бургер, ну что тебе не нравится? Дом надо построить. Давай, строй, бургер. Пукич, тебя во сне бьют. Время делать яйца. Я хочу яйца. А ты не чизбургер, типа с сыром? Пукич, не рычи на меня. Я сам на тебя напукаю сейчас. Не рычи, я тебе говорю. Я тебя затру сейчас. Я буду тереть тебя. Надувная собака. А что они будут с этой собакой делать? Точно это можно показывать? Вы столько яиц сейчас наделаете. Давайте. Ты испугался? А что он бычит?
Покажи ему, кто здесь большой. А кто-то будет играть с надувным пёпсом? Ассасина на. Маленький, кушает тортик. Давай, бургер, на выход. Лови. Сюда пришел бычий, да? Я же тебя сейчас как в тюрьму отправлю, Пукич. Нам быдло пёпсы не нужны. Пукич, ну, говно не дам тебе. У нас сегодня челлендж. Сбор говна. О, так тут столько какашек. Чем я вообще занимаюсь? Собираю говно. Пошла работа. Камеру вырубай. Ой, что тут все летает? Призраков боишься, что ли? Да не бойся. Беги лучше, бургер. О, яйцо. Сюда. Новый пёпес, ждите. Собака Настя стареет. Да не, не верю. Ну, кого? Это видели? Она молодая вообще. Подтянутая такая, блин. Улыбается. Улыбка на весь рот. А Бобу стареет. А чё у вас этот марафон старческий? Давайте еще песо... Не трогай пылесос! Барбара, ты... Это лучшее, что было в этой жизни. Изгнать. Она пыль, она вот этого пса сосущего, вот этого беднягича. Извини. Новые яйца в деле. Так, кто чикен-пикен делать хочет? Ого, у тебя мешок какой-то на носу. Я хочу себе такого собакича. Это его вздутие носовое. Семья вздутоносых. Да прихлопните этого комара, хватит летать. Что с этим делать? Помогите пёпсу выжить. Пёпс зажевал свой нос. Спасибо за яйца. Микроволновочка готовы? Ой, Пукич. Пукич, выходи. А, он в тюрьме все еще сидит, Пукич. Вышел. Он вышел из тюрьмы. Легально ли это было? Это у нас большеносый птица-хвостовой пёпс. И этого пёписа будут звать из телеграм-канала. Так что подписывайтесь на телеграм. Вот вам QR-кодик, ссылочка в описании. Буду благодарен, если подпишетесь. Там вся информация по видосам. Выпускаете что не только в Wobble Dogs, а разный интересный контент. Подпишись, и также я провожу стримы. В 5 часов по МСК каждый день. Заходи, буду рад видеть тебя. Кем бы ты ни был, но ты Чубайс теперь пёпс. А, Чубай! А С где? Я забыл. Ты без С. Ну, типа без Ж. Сосем. Ай, в пузо. Поставка какашек здесь. Отличный. Копим. Крутим. Сколько здесь уже? Ну, около тонны, я думаю. Кто пришел? Пёпса булят, помогите. Призрак Годжофага. Он просто пришел, забулил бедолагу и выкинул. Бедный Пукич. Он аж уснул в моменте. А Годжофаг это какой-то аниме? Бахните в комментах, напишите, что это. Я просто не шарю. На, в табло. Ассасина на работает. Копает. Копатель онлайн, Майнкрафт, я так понимаю, это твои движения. У них так движуха в одной комнате, как в общежитии. Пёпсы, общежитие пёпсов. Настя улыбается. Как будто вот чуть-чуть Настя? И обосралась, Настя. Знали бы они, что их смотрят. Люди, не стесняйтесь, Анастасия. Настя прожила долгую насыщенную жизнь. Видимо, сильно стесняется. Что, это двойное? В комнате? Это что, чумной движ собачий? Вы что делаете? А Бобус с Настей? Нет! Двойной развал башки! Засосало. И этот разлетелся. И как это понимать? Двойное проникновение в мир иной собачий. Когда сильно хочешь есть. Это я у холодильника вечером. Да на, глажу тебя все, но ты молодец. Я бы поигрался с бургером. Настоящие соусы, все на булочке с кунжутом. Это так, и это бургер. Я видел все. Просто положу сюда. Яйцо выпало из попки! Красотка! О, не ешь ее! Тебя что из попы-то? Сначала розовое, потом яйцо, теперь капсулы. Руины в джунглях из твоей попы вылезли. Какой у тебя мир большой. Ты вроде маленькая, а мир такой огромный в тебе. А, все, не глажу. Погнали за новым пёпсом. Я хочу собаку Шрека теперь, раз зеленые пёпсы пошли. Это вообще типа миниатюрный пёпес будет? А вот голубой вообще отлично выглядит. Спасибо тебе за яйца. Давай, это все на склад, говна. Спасибо вам большое, кто какает. Я не вам, если что, зрители. Чубайс, выходи. Розовый чубайсик. Ну, а у тебя, конечно, носопырка вот эта вот огромная, классная. Ты вообще клевый, блин. Вроде тебе надо поспать. До свидания. Обычное дело, в принципе. Сидишь, смотри, он сейчас еще пролетит. Летите? Летите. От него отскочил и дальше полетел. Да, это вообще же прекраснейший пипиздрон. Сейчас я выберу человечка из комментариев под видео, кто же станет собакой. Денис. И вот человек, который попросил, чтобы все Денисы стали пёпсами. Ну вы теперь собакой, я поздравляю. Да все, не капай. Ну не рычи на меня, не рычи на мать. Все, у меня теперь песочница есть. А, это просто тортилья. Тортилья это вкусно. Нас Пукич откиснет сейчас, он не ест, не пьет. Только депрессует, dead inside, пёпсовский. Ой, тут все обмочили.
Все, ешь коробки. Все, потом, если хочешь играться, поиграйся с писюном, пожалуйста. Я устал. Куда исчез пылесос? Сосун, где пёпсовский? Он здесь сосет. Ты неадекватный. Денис, ну ты только появился. Это не так. Надо уважение не так получают, Денис. Денис, отойди от него. Еще же, когда спит. Ну, это все за бананы. Время давать яйца, я хочу пёпсов новых. Ассасин, она развлекается, пока есть возможность. Вот она, самостоятельная, женщиной. О, Пукич, выходи. Только если ты будешь капать мне на душу, я тебя обратно туда закину, понятно? Он еще обосрался. Ну так, на превью сделать. Будут люди смотреть? Так, у вас тут время окукливаться. Ого, у тебя вентилятор сзади. Пока. Волан-де-Морт тебе позавидовал бы. Он же, кстати, такого же цвета. Вроде голубой. Не хочу, чтобы они яйца постоянно давали. Как попросить их давать яйца? Ух ты, чё ты развалился? Кувыркнуться. Годзи, покажи! Это кувырок? Кувырок. Класс. А вы что-то кроме плюхаться ничего не умеете? Вот смотрите, как Чубайс умеет. Смотрите на него внимательно. Чубайсик умеет. Кувыркнуться. Чубайс, покажи им. Спасибо, Чубайс. Выручу. Комиссия какашек. Принимаем говно. Годзи прожила насыщенную долгую жизнь. Бедный Годзилкинс, мы будем помнить тебя. Ф Годзилкинсу в комментах, бедолагич. Ты сделал много детишек. Да, мы все скорбим. Все, большая голова. Бог командик прожил долгую насыщенную жизнь. Бедолагич, вот она. Вот она. Прожили вместе и умерли в один день. Еще и по голове получил вдобавок. Татань. У нас 6 пёпсов осталось. А было 10. Жопа деда, рыхлый как песок. Соскучился по жопе деда. Да не так это должно звучать. Не скучаю я по жопе деда, все. Чубайс работать захотел. Или он просто с грязью флексит. Бургер, это сын Годзи. И теперь он развлекается с грушей, как Годзи. Яйца будут? Яйца, яйца, яйца. Я ищу яйца. Ну у нас чикен-пикен только с двумя пёпсами. Ну ладно, а что делать-то? Пёпсы нужны. Четырёхкрылый пёпис. Еще и Шрек. Он брейкданс танцует. Я его хочу взять. Давайте организовываем микроволновочку. Похож на паука. Открыть капсулу. Белый барьер выпал из попы. Пукичай. Пукич, красавый. Время окуклиться. Естественно, этот чипсик будет из комментариев под видео. Вот человек, который написал комментарий. Сделай имя пописа Дристай. Ну, конечно. Как говорится, летай, Дристай. Какой маленький. Он даже меньше, чем Денис. Я видел. И мне неприятно сейчас вот это. Я придумал, эти же какашки можно продавать. Что за бизнес? Все, Пукич, ты осознал свою ошибку? Давай, выходи. Пукич, в массы. Надевай противогазы. Не, Чубайс, не надо. Нельзя копать. У нас нельзя здесь копать. Здесь ковер. Здесь ковер, нельзя копать. Это можно показывать? Он ушел с этой собачкой в домик? Хотите, покажу, что он делает там? Дристай еще наблюдает за этим. Ты что делаешь, пёпс? Он еще и качается. Дристай, уйди. Это же неправильно. Пусть они одни останутся, Дристай. Ну, видишь, ты им все испортил, Дристай. Красавчик. Я похвалил его. А бургер-то растет. Это уже Big Special Junior. Ой, что с тобой? Все, Пукич, наигрался с собачкой? Дристай бьется головой об пол. За что вы вообще сделали меня? За что? Все, я вместо вас строить пришел. Ассасина, на, помогай. Когда пришел за конфетами и уснул. Дристай. Чапа. Ой. Вообще больнюкич. Кстати, Пукич больше... А, рычит, все, понял, извини. Время яйца давать, давайте яйца, пожалуйста. Яйцо собачье подобрать. Так, ну давайте бургер. Бургер топовый. И давайте с вами сусикус. Пж, пж, пж. Вы же любите писать в комментах. Пж, пж, пж. Ути, какой ты прямоугольный. Вот это Майнкрафт, конечно. Кто Майнкрафт хотел видос? Получайте. Я не хочу яичницу. Время в микроволновочке. Не ешь пылесос. Ты что делаешь? Отдай пылесос. Он пылесос передвинул. Он тебе настолько не нравится. Попробуй тебя разъединить. Давай, давай, давай. Опа, в тюрьму попал. А это за кражу пылесоса, ясно? Ой, ну это же вообще мистер прямоугольнич. Этого пёписа назову из телеграм-канала. Вот, кстати, QR-кодик. Сканируйте и заходите. А? Как тебе?
Пепсоедик, только не надо есть никого, я понимаю, что у тебя там огромный, так сказать, бак. Добро пожаловать в семью пепсов! Ну и это у нас мутанты, конечно, тут лютые. Ну как вам склад какашек? Я думаю, вообще достаточно. Хватит на год вперед. Это в случае апокалипсиса я собираю, да? Я какашку взял, я не тебя, Дристай. Ты не кака... А, хотя... Ой, у кого-то из попы вышло. Шарики. Ну, шарики выходят иногда, я согласен. Да-да, вы тусуйтесь здесь, тусуйтесь. Я пока вам дом построю новый, конечно. Да-да-да. Все, я все собрал. О, яйцо выплюнул. Бургер, это ты сделал? Вот это ты запульнул, конечно. Мужики, ну надо. Потерпите чуть-чуть. Кто тут лает? Что случилось? Ты все еще встать не можешь? Давай помогу. Только не блюй. Бургер. Мою собаку зовут. Назову из комментариев под видео и комментарий под видосом. Надеюсь, я стану собакой. Будет звать Чипсики. Ну а кто не любит чипсики? Ну, любите же чипсики? Я вот люблю зеленью, а вы? Все, чипсики, вы с нами теперь. Спасибо, что оставляете комментарии, что хотите стать собакой. И обязательно оставляйте, ведь возможно, в следующем видео станете пепсом именно вы. Когда съел кислый лимон. Чубайс, ну давай. Ну, она только жрет. Вы не замечаете? Она отсюда не выходит, ассасин она. От чисто вот, лишь бы пожрать. Не, чтоб сказал, я хочу песочек. Песочек хочу. Блин, ну Дристай, такой карапуз маленький. Трепс, трепс, трепс. Когда дали отпуск на 2 дня, и ты улетел в Турцию. Это я. Она встанет вообще, я надеюсь. А если тебе нравятся видосы с пёпсами, то ставь обязательно лайк, а то тебя скурёжит точно так же, как бургеры. Вот столько говна мы собрали за один раз. Посчитайте там сколько говна здесь. Кто первый посчитает, сколько здесь какашек, тот станет собакой в следующем видео. Как вам мотивация? Считайте какашки. Все, я чилить на песочке. Проснулся.